Всем привет, дорогие друзья! Вы находитесь на канале «Огород без правил», а я по-прежнему нахожусь в Новгородской области. Сегодня на календаре уже 16 апреля, праздник Светлой Пасхи. Поздравляю всех причастных к этому празднику. Желаю всем мира, добра и хорошего настроения. Начинается самый интересный период в наших огородных делах – это сбор первого урожая. За зиму уже соскучились по огурцам с грядки, потому что эти огурчики не стоят ни в каком сравнении с покупными. Урожай хоть и небольшой, но свой. Для семьи вполне даже и ничего. Мало ли кому будет интересно, и для тех, кто еще не знает, мы сажаем гибрид Адам голландской селекции фирмы Bio. Также эти профессиональные семена фасуют и другие агрофирмы, но в последнее время они грешат пересортом, поэтому мы от таких семян отказались и покупаем только напрямую. Ранее покупали от фирмы Поиск, но именно эта фирма нас подвела. И последний год, когда мы от них брали семена, у нас выросло нечто подобное на Герман. А эти огурцы нам не нравятся. Никого не хочу обидеть. Нам нравится именно гибрид Адам и никакой другой. Мы без плаката. Без плаката? Ага. Не запустить буду, хотя хорошо. Не надо, я закрою. Грезится. Ой, цветут эти цветы. Лук уже зеленый будет скоро. Ну. А эти куда поставим? Кого? Эти? Вон там прямо они стоят. Вон две плошки там. Ага. Только прыскать их надо, а то я с чайника поливала, заваливаю. А что картину не повесил? Еще не успел. Занавески. Занавески. Вот сейчас мы полки вот это приделываем. Вот. Хорошо. Помидоры. Уже таких у меня и не было никогда. Я их еще в большие объемы посадил. Баклажаны какие лопухи вот снизу. Вон там цветов-то сколько. Вот, видишь, тут ага. Это перелез. Да, ну, не надо. Вот сюда шагнуть. Можно и туда пройти, вон. У меня так просто все заставлено уже место. А кто хлеб-то а особо? Вот, Никита, да есть уже, я буду сегодня. Надо снять его. Здесь большой лежит. Ищем, ищем, ищем. Вон он. Спрятался. О, здесь тоже. И этот сезон меня также радует. Во-первых, классная погода, солнечная, теплая. И не надо было мучиться с переросшей рассадой. Вот такой урожай небольшой огурцов у нас получился на 16 апреля. Запах, конечно, несравним с магазинными. Вот только ради этого стоит выращивать ранние овощи. А к майским праздникам у нас будет еще и редиска. Лучок уже подрастает, достаточно такой зеленый. Ну что, пойдемте пробовать. Миску обнулил. Сейчас завесим, какой урожай у нас получился. Сколько? Кило 189. Замечательно. На этом буду заканчивать свое видео. Кому понравилось, не забываем ставить лайки, писать комментарии. А вам хочу пожелать хорошей погоды, солнечного настроения и до новых встреч. Всем пока. Пока.